за что задержаны? За мошенничество? Да. Можно поподробнее? Приезжал, забирал деньги у пожилых людей. У пожилых людей забирали деньги? Каким образом? Ну, работал курьером. По адресу как-то случайно это получалось или как? То есть я имею в виду пожилых людей как находили? Нет, давали адрес, говорили, что можно приехать, забрать пакет с вещами. Так. Ну, в пакете находились деньги, должен был их перевести угу. и забрать свою долю.